Здесь не место мягкотелым созданиям. Ступай прочь, уходи отсюда. Стойте! Как смели вы ступить на нашу землю и погубить наших стражей? Вы здесь, вы убиваете нас. Только ради кристалла. Убийства прекратятся. Не знаю, стоит ли верить ящеру. Они продадут и родную мать. Так как мир, мне нравятся ваши слова. У меня его... Я так и знал. Я не солгал. У бывшей жрицы есть кристалл. Она задумала обратить мир. Я не хочу с войны, даже ради власти над миром. Ну и где искать эту безумную? В темницах со своими последователями. Мое сокровище, вам меня не остановить. Не... Чешуйчатая выжила. Получилось. Спасибо. Не поворачивайся спиной. Сейчас он нападет. Что такое? Ух, на этот раз некромант вызвал нас точно вовремя. Не хоть... Добро пожаловать, старые знакомцы. Спасибо, что собрали для меня все осколки кристалла. Не хотите задержаться и посмотреть, как я соединю их и обрушу все силы ужаса на этот мир?
Куда это вы собрались? Думаете, так просто от меня избавиться? Я связал вас с заклинанием, которое не позволит вам пойти против меня. Так что... Ха-ха-ха-ха-ха! Думали, я вас обманываю? Ну-с, приступим! Чувствуешь? Заклятие снято. Мы вышли из-под его власти. Пора отплатить ему. Разве есть выбор? Нам нужен кристалл, но некромант не отдаст его без боя. Что происходит? Что-то не так. Погодите, заклятие спало? Как такое могло случиться? Проклятая магия хаоса! Почему я не обратил вас в жаб? Пришло время расплаты, старик. Вам удалось? Да? Кристалл у вас! О, великий день! Теперь, когда кристалл вернулся в храм, порталы между нашим миром и миром демонов будут закрыты. В первый раз с начала войны нам наконец-то удалось ослабить демонов. Возможно, не теперь, но однажды мой народ вернется в этот мир и будет жить в нем, как прежде. И все это благодаря вам. Я уже запечатала катакомбы и этот зал. Только владеющий искусством разлома сможет войти сюда или выйти отсюда. Вы исполнили обещание. Теперь моя очередь помочь вам. Знаю, вы хотите покинуть наш мир навсегда. Для этого вам придется войти в покои моего отца на самом верху Академии. Над Академией все еще витает проклятие. Я дам вам руну, и призраки вас не тронут. Мне ничего не известно о прочих опасностях, которые могут вас ожидать. Но вы великие герои и сумеете все преодолеть. Я открою разлом, который перенесет вас к вратам Академии. Будьте наготове, врата стерегут демоны. И хотя теперь они смертны, задача остается не из легких. Прощайте, друзья. Да хранит вас Раан. Так-так-так, кто к нам зашел? Сам Самуэль, великий вождь хаоса и покоритель вселенных. Оставь свои игры, властелин лжи. Ты знаешь, зачем я пришел. Говори, где они? Они? О ком ты говоришь? Ты сам знаешь, о ком я говорю. Я шел за ними по пятам. Я уничтожил всех, кто осмелился им помочь. Я знаю, что они были здесь. Я чую их дух.
А, так это ты разорил деревню бесов. Сколько раз тебе говорить, Сэмми, убивая, ты лишаешь себя прелести пыток? А, так ты, должно быть, говоришь о человеке и рыцаре смерти. Тех, кого ты должен был надежно стеречь для дитя хаоса. Я не чувствую их присутствия в твоих покоях. Они были у тебя в руках, и ты их отпустил? Что за игру ты затеял на этот раз, Асмодеус? Даже не пытайся понять, что мною движет, Сэмми. Кому ты служишь? Что скажет Дэмиан, узнав о твоем предательстве? Ты пытаешься меня напугать? Когда ты в последний раз своими глазами видел дитя хаоса? Я так очень давно. Ты что, не слышал? Они ищут кристалл. Тот самый кристалл, понимаешь? Их надо остановить. Ты хочешь смерти? Знаешь, все это всемогущество мне порядком надоело. Хочется, знаешь ли, внести в жизнь небольшую интригу. Асмодеус, ты сошел с ума. Если тебе надоело возиться с ними, я справлюсь один. А когда я найду их, сражения доставляют куда больше удовольствия, когда знаешь, что не можешь пострадать. Удачной охоты, Сэмми! Архом! Эрусиптолин дейнин, полимея эрго пертоменай, пателиум эрусато туктхен. Вы не сможете попасть внутрь. Надо произнести клятву, тогда замок откроется. Не знаете клятвы, но хотите войти? Хотите войти, хотя вы и не готовы. Впрочем, мне что за дело? Дайте мне золото, а я скажу вам за это. Для призрака он слишком жаден. Что ему надо? Новые цепи? Автоматическую стонущую машинку? Много золота. Мне нужен стимулирующий порошок для того, чтобы я смог выучить все, что задают. Стимулирующий порошок? Зачем ему? Кажется, он считает, что он все еще жив. Так вы заплатите мне 500 золотых или нет? Слушайте внимательно! Архом Эрусиптолин Дейнен Полимей. Смерть черного епископа принесла мне огромное удовлетворение. Я отношу свой душевный подъем не за счет самого убийства, хотя убивать, конечно, всегда приятно, но за счет осознания того, что мы близки к цели. Я проникся уважением к моей второй половине, но нам не суждено было стать друзьями. Академию населяли призраки ее прежних обитателей. Неудивительно, учитывая, что во время войны с демонами в ней покуражился Асмодеус. Он сыграл Санлакам хитроумную шутку. Должен признать, я был восхищен его выдумкой. Очень скоро мы станем мастерами разломов. Мы обретем свободу. Мы не только разобьем оковы судьбы, но и вернемся на Ревеллон. Храбрость и смекалка моей второй половины достойны всяческих похвал. Но вновь я постарался скрыть свое восхищение. Хороший рыцарь смерти, восхищающийся человеком. Наконец-то!
Свобода! Наконец-то мы внутри. Думаю, где-то здесь скрывается наша единственная возможность вернуться на Ревелон. Ты? Подойди ближе. Никак не разгляжу. А, это ты! Наконец-то! Мы давно тебя ждали. Верховный старейшина предупредил нас о тебе, Дэмиан. Получить приглашение в Академию — великая честь, особенно для чужеземца. Ты готов, Дэмиан? И не смотри на меня. Я не меньше твоего озадачен. Кажется, тебя приняли за Дэмиана. Властелин Хаоса учился в Академии, когда только пришел на Немезиду, перед тем, как решил захватить мир. Думаю, стоит им подыграть. Нам нужно научиться открывать разлом. И раз они считают, что у тебя есть полное право на учебу, грех будет этим не воспользоваться. Три зала, три испытания. Достоин ли ты, Дэмиан? Готов ли ты? Мы принимаем лишь лучших. Ты храбр, Дэмиан, но достоин ли ты учебы? Ля-ля-ля! Довольно чесать языком! Пора за дело! Не спеши. Ты должен пройти три испытания. Испытать свои знания, испытать свою выносливость, испытать свою веру. Наставники решат, достоин ты или нет. Войди в открытую дверь. Обратись к мастеру испытания. И так трижды. Лишь тогда откроется четвертая дверь, и тебя признают достойным или негодным. Ох, и любят эти призраки болтать! Прежде чем идти дальше, прочитай наш кодекс на стене. 16 правил, все запреты, все права. Академия – средоточие знаний. Здесь будущие мастера разлома учатся своему искусству и познают великую ответственность, которая ложится на их плечи. Мастера разломов – старейшины, умеющие открывать порталы, ведущие в иные земли, иные миры. Ты уже слышал об этом? Даже чужеземцы знают, молодежь, им не хватает роск. Не вздумай пробовать снадобье, Дэмиан. Это опасно, крайне опасно. Тебя ждут вступительные испытания. Числом 3. Откроется четвертое. Прежде чем идти дальше, прочитай наш кодекс. Верховный старейшина очень высокого мнения о тебе, Дэмиан. Ты первый чужеземец, которому позволено здесь учиться. Видишь, какая тебе честь? Я не понимаю, что ты имеешь... Думаю, они не догадываются, что стали... Они погибли, когда демоны захватили этот мир, но их души так и не покинули Академию. Тут помнят, там нет, не помнят. Ну, на этот раз ты решишься? Не знаю. Дается только одна попытка. Лучше я еще поготовлюсь. Сколько раз ты сюда приходил и уходил, не пытаясь? 9. У меня все время перед глазами отец.
Он не выдержал испытания и с тех пор работает дрессировщиком бесов. Не лучшая работа. Мягко сказано, не лучшая. Он уже и разговаривает как бес. Ужасная стезя.
что я сделал неправильно. Она обвинила меня в том, что я нарушил клятву. Я не могу рассказать, что она говорила мне. Все равно у каждого свое задание. Она потребовала, чтобы я принял наказание. Я хотел жульничать, но это против чести. И я не смог, только не перед ее лицом. Знать заранее, что не выдержал, что утратил все, это тяжкое наказание. Все, кроме чести. Почти жалею, что не стал жульничать. Послушник, перед тобой испытание веры. Мы проверим, насколько крепка твоя вера. Остального тебе не следует знать. Войди в первую дверь, чтобы начать испытание. Как только ты войдешь, обратного пути не будет. Пощадите меня! Пустите! Пожалуйста! Много бесов работает в крепости злого демона. Пытают, убивают, и Ранаар убивают, но бесы не хотят. Бесов принуждают, иначе все бесы погибнут. О, вы благородны! Может, бесы и заслуживают смерти? Да какой прок вместе? Слабость надо прощать. Это вы? Пленники, бежавшие из крепости Самуэля. Я был одним из его стражников. Когда он вернулся, то воскресил нас в наказание за то, что вас упустили, а меня послал по вашим следам. Я убил всех бесов и разорил их грязную деревню за то, что они не знали, где вас искать. Я и вас бы убил на месте, но... На меня напали повстанцы. Я едва сумел спастись. Теперь я еле жив. Убей меня, раб пылающего света. Прикончи меня раз и навсегда, или ты пожалеешь об этом. Если вы не убьете меня, я расскажу Самуэлю, где вы прячетесь. Он придет и спалит это здание дотла. Убей же меня! Убей! Не станешь? Я угрожаю тебе, а ты молчишь? Точь в точь, как Ранаар. Они отказались сражаться, увидев мои раны. Один пытался даже вылечить меня. В тебе та же слабость, и поиски твои ни к чему не приведут. Новые гости! Хотите сыграть? Я отберу жизненные силы этих милых дам и добавлю их к вашим. Они злые ведьмы. Не стоит о них плакать. Они убили достаточно людей во имя хаоса,
и будут убивать дальше, если оставить их в живых. Вы должны их убить, если хотите выйти из этого зала. Решайте, добавить их жизненные силы к вашим или нет. Вы отвергли мой дар? Забавно. Теперь вам придется самим их убить. Но за это вы уже ничего не получите, глупцы! Вы не выдержали испытания, как я и предполагала. Нелепо было и думать, что подобные вам животные могут его пройти. Вы убивали мой народ, пытали, истребляли. Вы служили демону. Вы недостойны. Покажите хотя бы, что у вас есть честь. Примите мое наказание. Войдите в левую дверь и оставьте там один из своих предметов. Правая дверь не для вас, она для светлых духом. Вот дрянная богиня! Погоди-ка, смотри. Правая дверь приоткрыта. Ее взломали при нападении, а бестолковые святоши не догадались ее починить. Еще не поздно войти в правую дверь и получить награду Академии. Вместо того, чтобы отдавать лицемерке наши вещи. Для вас испытание окончено. Войдите в последнюю дверь и получите то, что заслужили. Для вас испытание. Вы встречаете наказание с честью. Вы показали веру в мое правосудие. Это не останется незамеченным. Можете оставить все свои вещи при себе. Испытание веры окончено. Я буду ждать тебя в приемном зале. Приходи после того, как пройдешь все испытания.
Интересно, что внутри ларца? Что ты? Туда нельзя подглядывать. Послушник, пред тобой испытание на выносливость. Нам предстоит проверить твою выносливость. Войдя в зал испытания, ты увидишь разлом, ведущий в соседний зал. В нем находится голем, бес и ларец. Тебе предстоит пронести всех троих через разлом. По одному. Бес не должен погибнуть, ларец нельзя открывать. Но учти, бес любопытен. Если оставить его наедине с ларцом, он его откроет. Если оставить беса наедине с големом, голем его убьет. Едва ты вступишь сквозь разлом, обратной дороги не будет. Убить. Иду. Бегу. Ты знаешь? Испытание на выносливость окончено. Я буду ждать тебя в приемном зале. Приходи после того, как пройдешь все испытания. Ты готов к испытанию знаний? Конечно! Всего 16 правил! Я выучил их наизусть! Послушник, перед тобой испытание знаний. Достоин ли ты обрести знания? Как хорошо ты усвоил правила Академии?
Если ты не уверен в себе, перечитай кодекс еще раз. В каждом из залов тебя ждут по 4 портала. Войди в зал, ответь на вопрос, выбери портал. Войди в дверь, чтобы начать испытание. Тебе предстоит преодолеть 4 зала. И помни, после того, как ты ступишь в первый портал, испытание уже не остановить. Сколько испытаний проходит послушник при приеме в академию? Сколько часов в день надобно посвящать занятиям, чтобы наставники видели прилежание ученика? Сколько раз в день следует обращаться с молитвой? Сколько правил содержит кодекс? Испытание знаний окончено. Я буду ждать тебя в приемном зале. Приходи после того, как пройдешь все испытания. Ты не выдержал испытания знаний. Орден философов считает, что ты недостоин стать учеником Академии. Надо было соображать быстрее. Придется поговорить с остальными мастерами, а потом вернуться к призрачной даме, ведущей запись. Быть может, еще не все потеряно. Послушник, ты прошел испытание. То, как ты справился, достойно восхищения. Прими нашу скромную награду. Орден заклинателей считает, что ты достоин стать учеником Академии. Послушник, ты прошел испытание веры. То, как ты справился, достойно восхищения. Прими нашу скромную награду. Святой Орден считает... Дэмиан, ты? Ты не выдержал испытания? Не может быть. У каждого лишь по одной попытке. Но тут что-то не так. Ничего не понимаю. Дверь на следующий этаж заклинила. Мы вызвали бесов, но они не идут. Прячутся в обслуживающих тоннелях. Обслуживающие тоннели? Бесы? Может, и неплохо, что мы завалили испытания. Если есть тоннели, а в тоннелях бесы, должен быть другой путь на следующий этаж. Осталось найти вход в эти тоннели. Покинь Академию, Дэмиан. Ты не выдержал испытания. Тебя не допустят к учебе. И все же тут что-то не так. Обойдемся без твоего разрешения. Сами проложим себе путь наверх.